ждет вкладчиков Жилстройсбербанка? 500 000 клиентов потеряли покой после новости о приватизации этого объекта. Экономисты уже заявили, что передача финансового института в частные руки приведет к повышению процентных ставок кредитов под ипотеку. И тогда Жилстройсбербанк мало чем будет отличаться от банков второго уровня. Разделяют ли эти опасения в самом банке, расскажет Нургали Карабаев. Новость о приватизации Жилстройсбербанка привела в замешательство вкладчицу Дану Еркимбаеву. С утра мать-одиночка листает интернет-страницы в поисках ответа на вопрос, что будет дальше. Женщина уже 7 лет копит деньги в этом банке на собственную квартиру. Сначала по госпрограмме, теперь просто по доступному жилью хотела получить жилье. И как дальше это будет, непонятно. Может, там процентные ставки изменятся или еще какие-то изменения. Вот это, конечно, тревожит. О том, что Жилстройсбербанк передадут в частные руки, объявил министр национальной экономики Ербулат Досаев. Объект будет приватизирован в числе 60 крупных компаний. Условием передачи компании в конкурентную среду, это может быть единственным условием, будет сохранение профиля деятельности всех реализуемых активов. Тем временем эксперты говорят, что это решение чиновников может разбить мечты тысяч казахстанцев о собственной крыше над головой. На данный момент программа Жилстройсбербанка едва ли не единственная возможность приобрести квартиру для граждан со средним достатком. Эксперты полагают, что инвестор будет преследовать свои цели. Участник нет задачи исполнять социальные, снимать социальную напряженность, его задача зарабатывать деньги, тем более, если он будет выкупать этот актив. Соответственно, это все превратится в обыкновенный коммерческий банк. Но руководство Жилстройсбербанка тревог экспертов не разделяет. Кто бы ни появился, какой бы инвестор ни был, суть системы не изменится, мы будем придерживаться того курса, по которому мы сейчас работаем. Тарифные программы, еще раз я говорю, сами договора о жилстройсбережениях, ничего не меняется. Подробности будущей сделки еще неизвестны. Сегодня Жилстройсбербанк – лидер по доступному ипотечному кредитованию. Так, на данный момент количество вкладчиков превышает 550 тысяч человек, а сумма депозитов – более 270 миллиардов тенге, что, впрочем, весьма заманчиво для потенциальных инвесторов. Нургали Карабаев, Думан Сулейменов, Информбюро, 31 канал.